to fight coronavirus. Use the tongs, man! Just like this. Переславль Залесский. Лето 2020 года. Весь этот ажиотаж происходит вокруг, точнее, на синем камне. Он очень знаменит. Жаль, что я узнал о его существовании буквально минут 5 назад, когда я заплатил на кассе за вход. Сейчас мы на нем посидим. Я думаю, достаточно просто прикоснуться рукой, но нет, нужно посидеть. Причем довольно долго. Загадать желание, что-нибудь подумать, кому-нибудь, возможно, об этом написать. Или даже застримить этот момент. Тогда обязательно желание сбудется. Но для того, чтобы оно точно сбылось, нужно еще какой-то билет купить, наверное. Сейчас проверим. Водоем? Это глаза мои. Их нельзя засорять. Их нельзя плюнуть. Это чешало с большим. И язык не учил, конечно. Поклонять природе очень восхождение на Александрову гору. Прогуливаясь по земляному защитному валу, в самом центре города можно наблюдать замечательные храмы, колокольни, церкви по обе стороны реки. Находимся в отеле «Азимут» Переславль-Залесский. И что вы думаете, помимо обычных детских площадок, канатных веревочных парков и прочих развлечений, на территории находится огород, на нем растет горошек, петрушечка, сельдерей, еще что-то. Единственная проблема, что его никто не поливает и за ним никто не ухаживает, поэтому он находится в таком падническом состоянии. Но все равно прикольно. Да, возможно, с этого огорода как раз свежие огурчики, помидорчики и зелень поступят на наш шведский стол на завтрак. Ну что ж, завтра увидим и проверим.
штормовой ветер. Там уже гроза надвигается с молниями, но мы решили посмотреть сырную ферму. Слышите, кстати, гром рядом с Переславлем-Залесским. Говорят, она очень крутая. Здесь люди оставляют минимум 5000 рублей. Территория, как вы видите, замечательная. Жаль, мы не сможем этим насладиться, потому что надвигается гроза, и мы уезжаем назад. Именно здесь ферма Сыроварная Мария Коваль варят самые лучшие сыры. Давайте посмотрим. Похоже, сыроварня на сегодня уже отработала и временно закрыта.